Меня зовут Сергей Листопад, родился и вырос в Киеве. Был активным участником Майдана, разрабатываю интернет-сайты и в настоящее время волонтер в зоне АТО, помогаю украинским военным и мирным жителям, которые пострадали от войны. Это была ночь на 11 декабря, когда я открыл Facebook и увидел, что начался разгон. Вот просто сейчас тысячи милиционеров избивают протестующих, ломают баррикады, да, ну, происходит непонятно что. Я тогда принял одно из самых сложных решений в моей жизни. Я оделся и приехал ночью сюда, потому что, ну, я не мог поступить иначе. И уже здесь я встретил кучу своих знакомых, у кого-то маленькие дети были, реально там годы, два месяца вот у товарища моего ребенку было, да, он оставил, и беременная жена, и он оставил и приехал. Я встретил здесь своего друга телеведущего, который очень публичный персонаж, и ну, он рисковал своей карьерой, репутацией, всем рисковал. Мы были в первых рядах там на баррикаде, на последней устоявшей баррикаде. И мы пробыли здесь до того момента, пока не открыли метро с утра, и люди со всего города не начали съезжаться. Вот это было, ну, психологически самое сложное.